Всем привет! Мы находимся в лагере «Смена». Всем привет, улечки! Меня зовут Настенция, и я хотела вам сказать то, что эта неделя была супер крутой. Была Клава Кока, она меня покормила, она меня поцеловала, я покормила ее твиксом, не кто-то другой, а именно я. Это уже что-то значит. Также я хожу на видеографию, вокал и на актерское мастерство. У нас по актерскому мастерству маленькая группа, чувак зачем-то сел на картины. Ну, короче, очень веселый лагерь, мне очень нравится, и передаю слово другим людям. Тут очень весело, потому что тусовки всегда, что-то такое веселое. Меня зовут Дарья, я говорю для камеры, чтобы смеяться потом над этим. Я тут в лагерь «Смена» уже неделю, мне пока все нравится, особенно мне нравится ходить на кафедры. Я хожу на вокал, английский и видеографию. Мне понравилось... мой первый опыт съемки одноминутного видео. И монтировать его мне очень понравилось. Также вчера мне понравилось петь. Меня зовут Юля, я из города Астрахань, мне 14 лет. Я живу в 217 комнате, и у меня самые топовые вожатые. Всем привет, меня зовут Эрик. Мы сейчас находимся в смене в Всероссийском детском центре. Это очень хороший и веселый центр. Это очень просторное и красивое место, где можно погулять, поиграть, повеселиться, ну, многим детям. Я бы всем посоветовала своим друзьям и, ну, братьям, и, ну, в общем, всем, чтобы они приходили сюда. Меня зовут Краснолуцкая Полина, мне 16 лет, и я приехала из города Челябинска. В OneCamp'е мы проводим много времени на природе, отдыхаем и знакомимся друг с другом. Больше всего мне нравятся кафедры танца и видеографии, потому что я давно этим занимаюсь и люблю это дело. Здесь очень интересно и весело, хорошие друзья. Еда в столовке вкусная очень. Я хочу еще раз пельмешки на завтрак. Это было вкусно. Это самое главное, я думаю. Я Курочкин Олег, мне 15 лет. Я занимаюсь диджеингом и музыкой. В смену я приехал для того, чтобы развиваться, развивать свои навыки. Свободного времени у меня почти нет, но зато я хожу на кафедры. Ну, на кафедрах очень интересно. На танцах мы придумываем новые движения. На спорте мы играем с друзьями в футбол. Ребята, обязательно приезжайте в OneCamp. Я хочу сказать о том, что здесь очень круто. Смена. Мечты сбываются. Всем спасибо. Всем отличного дня и хорошего лета.